Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня буду рассматривать проект Unity Fund. Токен проекта ориентирован на сообщество, где награждают держатели токена. Уже на данный момент можно купить Unity токен на бирже PancakeSwap. Также можно ознакомиться на сайте сразу с White Paper и посмотреть диаграмму проекта. Вот, на данный момент можно увидеть токен на блокчейне Binance, на BSC Scan, а на PancakeSwap, как я уже сказал, CoinHunt и PoolCoin. Скоро можно будет также видеть проекты на CoinMarketCap и на CoinGecko. То есть мы понимаем, что проект перспективный, токены уже торгуются. Соответственно, их можно уже и продать, и без проблем купить. Проект помогает благотворительным организациям улучшить мир. Дальше проект поддерживает 100 и более профессионалов цифрового маркетинга. Проект поддерживает принципы больше ликвидности, меньше предложения. И, в принципе, планирует проект свою деятельность на очень долгую перспективу. И здесь сейчас у проекта уже есть довольно-таки большое сообщество. Ну и поэтому сам проект – это не только серьезный бизнес по использованию криптовалюты для изменения мира, но и веселое гостеприимное место. У вас есть возможность получать пассивный доход от Unity. Все держатели токенов Unity зарабатывают часть из 4%, которые взимаются с каждой транзакции и распределяются. То есть такая интересная идея проекта. Как мы видим, цена токена довольно неплохая для старта. И, соответственно, ликвидность тоже довольно неплохая для самого старта, с тем, что проект еще не запустился в полную силу. Что же касается самого токена, в отличие от других токенов, которые утверждают, что неустойчивы, Unity токен на самом деле является защитным токеном, используется дополнительные шаги и не принимается, чтобы продемонстрировать именно приверженность стабильность токена. Сама команда разработчиков отказалась от права собственности по контракту. Все Unity хранятся на 13 смарт-контрактах с временной привязкой. И первоначальные токены, они заблокированы на данный момент, и автоматически токены сожжены. То есть это напрямую будет влиять, конечно же, на цену токена. Ну и небольшая информация про сам токен Unity. Unity Fund – это проект, основанный на поиске инновационных способов, позволяющих пользователям объединить свои возможности вместе, чтобы открыть новые возможности для получения пассивного дохода и коллективизма. Проект сделал все возможное, чтобы убедиться, что сообщество знает, что оно здесь надолго, в принципе, в мире, и что версии V1 приоритетным направлением является обеспечение защиты от повреждений токена. Unity Fund управляется более чем 100 и более участников проекта. Это профессионалы в области маркетинга, разработчики, креативщики, профессионалы в области блокчейн, и в результате обеспечат более надежный проект, частью которого можно стать любому, в принципе, ну, кто действительно очень хорошо себя показывает в тематике криптовалют и смежных тем. В связи с предстоящим переходом на версию 2 будут развернуты платформы Unity Fund DeFi и DAO, что позволит делать ставки, повышать доходность в качестве распределенного управления. Чтобы предоставить Unity Fund оптимальные условия для роста и процветания, команда взяла на себя обязательство долгосрочного участия и предприняла различные шаги для обеспечения безопасной, свободной от повреждений среды для экосистемы самого проекта. В принципе, идея проекта интересная. Я всем советую присоединяться к проекту, инвестировать в него, потому что я сейчас вижу, проект будет очень большими шагами развиваться, потому что эта идея действительно актуальна на данный момент. И у всех, кто может присоединиться сейчас недорого, чтобы в будущем очень хороший плюс получить от инвестиций в данный проект. Поэтому всем удачи, всем пока, спасибо за просмотр, увидимся во второй части видео обзора на отличный проект Unity Fund. I just wanna be the one you love.